Энергетики наладили электроснабжение, нарушенное в результате тайфуна Хинамнор. Об этом Олег Кожемяка заявил во время рабочей поездки в Ольгинский округ. Говоря о ситуации, губернатор озвучил, что здесь остаются без транспортного сообщения несколько сел. Остается отрезанными у нас Михайловка-Фурманово, у нас отрезанно остается Евгеньевка. И по трассе находка Лазо-Кавалерова Ольга. 278 километр, там только для большегрузных и крупногабаритных машин есть проезд, там смыт мост. Также здесь разрушено 7 мостов, работы по ним продолжаются. Сейчас делают или объезды, или броды с тем, чтобы восстановить сообщение со всеми населенными пунктами. Работает подрядная организация ПСК, АСУ-1, работает Трим-Автодор. То есть надеемся, что в течение ближайших 2-3 дней мы проезды восстановим ко всем населенным пунктам. Ну и дальше уже необходимо проводить работы по восстановлению дорожного полотна, по обеспечению нормальных проездов. Это уже гораздо более сложная и длительная работа. Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексей Игнатенко, работы на части мостов уже идут. В основном восстанавливают размытые и снесенные подъезды к ним. Несмотря на нарушенное транспортное сообщение, люди в селах получают все необходимое. По словам исполняющей обязанности главы округа Екатерины Ванниковой, ежедневно вертолеты доставляют до 2 тонн гуманитарной помощи.